оркестр «Гармоник». Образцовый детский коллектив баянистов и аккордеонистов существует уже 72 года. Это коллектив Дворца детского юношеского творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Основан талантливейшим педагогом и музыкантом Виктором Алексеевичем Розмысловым. Вы только вдумайтесь, этот человек руководил коллективом на протяжении 30 лет. Это уже современные кадры. Так, оркестр отпраздновал 70-летие. Сейчас ведет активную концертную деятельность под руководством Владимира Сергеевича Ильинкова. Вот он, кстати, руководит оркестром уже больше 25 лет. Ребята выступают в лучших концертных залах Санкт-Петербурга. Каждые 5 лет подтверждают высокое звание образцового коллектива города Санкт-Петербурга. Записали 6 аудиоальбомов. Жаль, что видео не передает реальную атмосферу концерта. Эту атмосферу детский образцовый коллектив создавал на площадках в Бельгии, Германии, Франции, Эстонии, Италии, Чехии, Норвегии, Финляндии, Литве. Если в этом ролике показать все награды, которые заслужили ребята, не хватит и часа. Вот лишь некоторые из них. Международные победы, всероссийские региональные и городские конкурсы. А теперь давайте просто посмотрим еще один фрагмент выступления этого удивительного оркестра «Гармоник».